крае идет подготовка к весенне-полевым работам. 90% техники уже готово выйти в поле. Горюче-смазочными материалами хозяйства обеспечены на 78% и почти на 100% семенами. Хорошую поддержку алтайским крестьянам оказывает в этом году государство. В нее включается и льготное кредитование под 5% годовых. По объемам освоения федеральных ресурсов Алтайский край занимает первое место в стране. Наши аграрии полностью получили средства, предусмотренные в первом квартале. Об этом министр сельского хозяйства края Александр Чубатаев сообщил сегодня на пресс-конференции. Оптимальный срок начала полевых работ в нашем регионе – 26 апреля. Однако в Клундинской степи крестьяне начинают прививку влаги обычно на пару недель раньше других, поскольку в этой зоне на полях снега не очень много. Такой сценарий возможен и в этом году. А вот восточные территории, наоборот, имеют хорошие запасы снега. По оценкам специалистов, в этом году в зону подтопления может попасть более полусотни населенных пунктов. Один из обсуждаемых сегодня вопросов – защита домашнего скота. В зоне риска более 3000 голов, принадлежащих сельхозорганизациям, и свыше 15 тысяч в подсобных хозяйствах. Но, как отметил Александр Чубатаев, в районах все предусмотрено для борьбы с паводком. Мои заместители проехали основные крупные хозяйства, крупные сельские советы, посмотрели. В этом году очень серьезно муниципалитеты и сельхозтоваропроизводители отнеслись. Определены пути эвакуации животных. Уже все договоренности есть по кормовой базе, поэтому я думаю, если и будет, то я думаю, что мы будем готовы к этому.